Приветствую всех рыбоходников. Сегодня я получил очень интересную посылку. Она очень полезна для рыбалки, особенно для спиннингистов. Начнем распаковывать посылку. Это набедренный подсумок для спиннингистов. Значит, у него имеется кармашек, можно сюда какие-нибудь пассатижи положить или, допустим, ножницы. Ну, допустим, вот так вот и застегивается. И очень удобно, доступно. Отстегнул, ножницы вытащил и обратно застегнул. Вот, имеется у него, значит, вот такой вот тубус. Это для спиннинга, допустим, когда вы находитесь на рыбалке. И чтобы вам руки свои освободить, вставляете сюда спиннинг и занимаетесь своими делами, там, ну, допустим, перенацепить какую-нибудь блесенку или какую-нибудь джиг-головку. То есть этот тубус он вытаскивается. Вот. Также карман остается. Но лучше, конечно, этот тубус не потерять во время рыбалки. Также имеется дополнительный карман. Этот карман предназначен для коробочки с наживками. Это цепляется на нижнюю часть ноги до колена, а эта часть цепляется на забедренную часть вашего тела. Имеется вот здесь вот мягкая часть. Прошит подсумок очень хорошо, нитки никакие не торчат, никаких заусенцев нету. Имеются еще некоторые расцветки. Отдал я за этот подсумок 1350 рублей. Ссылка на этот товар будет у меня под видео. Ну а теперь остается только поехать и его протестировать уже в процессе самой рыбалки. Место, конечно, я выбрал не столь пейзажное, но я себе выбрал время и я решил выбраться ближе к воде, чтобы продемонстрировать небольшой видеообзор этого подсумка. Этот подсумок очень легкий и легко застегивается. В тубус помещается практически любой спиннинг. Размер тубуса составляет 31 сантиметр. Единственный минус, это когда если у вас находится спиннинг в тубусе, очень сложно передвигаться. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Ну и всем рыбоохотникам счастливо. До следующей рыбалки. Ни хвоста, ни чешуи.